представители компании Simex. Прошу на сцену. Я слышу, их все знают, ребят. Друзья, всем привет. На репетиции Иван попросил рассказать о том деле, которое мы делаем за 5 минут, хотя обычно это занимает час. Поэтому сделаем это на примере. Давайте прям, прежде чем я нажму дальше и следующий слайд. Кто здесь бизнесмен? Поднимите руку, у кого есть бизнес. Прям бизнес работающий. Оставьте руки те, у кого бизнес приносит деньги. У меня денег нет. Отлично, отлично. Надо вас запомнить. А теперь опустите, пожалуйста, все руки. Сейчас поднимите руки, пожалуйста, те, у кого есть в кармане, ну, 1000-5000 рублей. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть, ну, хоть какие-то наличные деньги прямо в кармане. А карты считаются? Карты считаются, да, в принципе, есть деньги у кого. Так, отлично, так, поднимите, у кого еще есть 5000, ну, прям поднимите. Так, вот прекрасные люди сидят, как вас зовут? Светлана. Отлично. А Свет, вас... где вы их взяли? Свет? А вас как зовут? А меня Бадри. Это Бадри. Это колбасный король. Очень красивое имя Бадри. Смотрите. Вопрос следующий. Что делает наша площадка? Здесь нас человек 200, да, если я не ошибаюсь. Вопрос бизнесменов. Кто из существующих бизнесменов, в принципе, готов взять денег и на работающий бизнес действующий, привлечь инвестиции, чтобы зарабатывать еще больше и этими прибылями делиться с другими людьми. Готовы, отлично. А кто из тех, у кого есть сейчас 5000 рублей, готов эти деньги действующему бизнесмену с прибылью дать за то, чтобы он потом делился с ней прибылью? Поднимите, пожалуйста, руки. Вот примерно этим и занимается наша площадка. Она, с одной стороны, ищет действующий бизнес, который работает и нуждается в инвестициях для масштабирования. А с другой стороны, она привлекает тысячи и десятки тысяч обычных людей, физических лиц, которые, соответственно, инвестируют в этот бизнес. Мы являемся агрегаторами. Кто узнает? Это главный инвестор? Это главный инвестор, да, всея Руси, наш... Кстати, тут все записывается, поэтому кто не хлопает, я думаю... Тот виноват сам. Так, недавно на послании, в речи, в послании Федеральному собранию Путин сказал следующие слова. Необходимо использовать внутренний инвестиционный потенциал страны для развития реального сектора экономики. Ну, если перевести, он говорит так: ребята, берем те деньги, что сейчас есть, используем их активнее, там, где они делают еще деньги, в реальном секторе. Вот есть такое золотое правило инвестиций, оно звучит так. 10% дохода, который у вас есть, тратим на инвестиции. Но в России есть небольшая проблема. У нас средняя зарплата 30 тысяч рублей. Вопрос большой. Куда деть 3 тысячи рублей? Раньше такого инструмента не было, и деть 3 тысячи рублей было некуда. Но вот другая проблема. Бизнесу все равно нужны инвестиции. И ему, допустим, нужен 1 000 000 рублей. Вопрос к вам. Есть ли бизнесу разница взять 1 000 000 от одного человека, или взять 1 000 000, но в этом миллионе 100 человек по 10 тысяч рублей. Разницы нет абсолютно никакой. Есть даже плюсы, когда 100 человек дали по 10 тысяч рублей. Они не лезут в учредительство, они помогают. Это твои клиенты, дилерская сеть, агенты, ну и так далее. А что же нужно инвестору? Инвестору нужна прибыль. Инвестору нужно, чтобы бизнес, который он дал деньги, приносил деньги. А как же кэш-аут? Это попозже, в конце. Соответственно... Когда инвестор может положить небольшую сумму денег в работающий бизнес и знает, что вместе с ним еще тысячи кладут, его риски, так скажем, разделены, и шанс, что он заработает, достаточно высок. Я не буду рассказывать про результаты работы нашего сайта, но он работает 4 месяца и уже 21 миллион рублей привлекли, 8 бизнесов профинансировали, 3 уже запустились, платят дивиденды, и они зарабатывают примерно по 10% в месяц, но это так, между делом. Вот так вот выглядят наши проекты. Сумма где-то до 3-4 тысяч рублей, ой, миллионов рублей. Самый крупный бизнес у нас где-то 9 миллионов собрал. У нас есть разные проекты. Несколько представителей данных проектов здесь. Это как простые и всем понятные проекты, так и сложные технологические. И сейчас мы вам покажем. Я приглашаю на сцену звезду, актера театра, кино
Актрису. Екатерину Волкову встречаем. Катя, поднимайся к нам. Аплодисменты. Добрый вечер всем. С католическим Рождеством поздравляю вас. С наступающим Новым годом. Хочу сказать, что я представляю здесь сегодня, сейчас благотворительный фонд «Жизнь как чудо». И могу сказать, что, вы знаете, очень сложно. Очень сложно у нас сейчас с благотворительностью в нашей стране, к сожалению. Только это набирает обороты. Мы постоянно делаем всяческие литературные вечера, где артисты, театры, кино, звезды. Делаем всяческие такие проекты, собираем деньги. И дети имеют возможность получить шанс на жизнь, на выздоровление. И я вот, знаете, подумала, что вот надоело ходить все время с протянутой рукой, просить денег, спасать жизни, ну потому что, знаете, как очень сложно это взывать как бы к тому, чтобы люди хотели это сами делать, и это было бы как просто элементом гигиены, так сказать. Вот, и 2 года назад я придумала такую историю. Очень красивый проект, но так как у меня очень много съемок, премьеры, и как бы я все время в экспедициях, и некогда этим заняться. Дело в том, что моя мама попросила однажды отстегнуть капюшон от своего пальто. Она говорит: ой, знаешь, он слишком большой, мне как-то он не очень. Но я отстегнула, так как я актриса, зеркало оказалось рядом, и я его на себя напялила. Вот. И получилась вот такая штука. И я подумала: боже мой, как я хочу этот головной убор. Причем я поняла, что его можно совершенно в разных ипостасях использовать. Можно я приглашу на сцену продюсера нашего проекта, мою подругу Екатерину Шевченко? Вот на ней мы продемонстрируем, собственно, не все, конечно, многообразие возможностей Волки. Так я придумала свой бренд из моей фамилии, изначально Волка. И, собственно, знак Волки, как мы знаем, да, вот этот игра театра теней, очень смешной. Вот такая вот Волка, это сочетание кружева и шерсти, да, тончайшей шерсти. Это... Вот, называется ладен, такой, знаете, как тонкий-тонкий, как такой войлок шерстяной. В наш климат мне показалось, что это очень клевый такой ребрендинг русского платка, да, наверное. А в России это назывался капор. Вот такая вот история, которая может быть двусторонней. Может, девочку позовем, покажем еще у тебя. О, девочку, а кто же хочет? Кто желает, проходите. Можно вас, пожалуйста? Ну, давайте. Ну, кто-нибудь. Девочка, вот девушка красавица. Смотрите, боже мой, как вас зовут? Лариса. Вот, Лариса. Вам нравится эта история? Вот такая история, тоже шерсть. Внутри шерсть. Соединяется просто на пуговке, но в будущем делаться будет на магнитах. Это очень удобно, потому что разные конфигурации. Так. Можно потуже, можно послабее. Вот такая вот история. Вот Волки. Как вам? Нравится, Лариса? И вы понимаете, что холодно, да, уши закрыты. А вот моя сегодня премьера — это шелковая Волка, то есть это сочетание на вечерние, да, варианты выхода. А нет, ничего для меня, нет? А для вас, Иван, есть тоже. Вы понимаете, у нас есть еще детские Волки, которые тоже с удовольствием носят дети. А где она? Вон, внизу. Да, упала? Нет, вот. О, упала. Извините, Иван. Выходи сюда, давай. Ну, примерьте, я не знаю. Вот такая вот история. Я всем говорю, так стартаперы на сцену еще никогда не выходили. И в смокинге, и в супервоке. Вот, я хочу сказать, что я придумала эту историю, чтобы мы... С каждой Волки 10% с каждой продажи уходило в наш фонд «Жизнь как чудо», и дети получали возможность на выздоровление, да,
на операции по трансплантации печени, на тяжелые истории по поводу того, что есть шанс выздоровления, да, и каждый, кто купил волку, может быть сопричастным. И это очень, мне кажется, круто и очень правильно. По-моему, гениальная идея, на самом деле, для сбора средств. Не просто ходить, как ты правильно сказал, с протянутой рукой, да, а именно предложить решение, которое, да, удобно и красиво, и комфортно еще помогает детям. Вот, и я могу сказать, что все мои девочки, звезды кино, театра, теперь еще я хочу такое, я хочу такое, Катя, кто хочет, я хочу вот это сочетание, кто хочет, поднимите руки. Вот этого, кружево, пожалуйста, оренбургский пуховый платок, я думаю, все француженки захотят просто это иметь у себя в гардеробе, и не только француженки, просто, на самом деле, это красиво и круто. Это очень круто. И, понимаете, оно помещается в сумочке в женской совершенно без проблем. Друзья, ну что, поаплодируем? Спасибо. Спасибо, Лариса. Вам нравится? Все шикарно. Хотите такое? Я думаю, что прям это все. Да, друзья, Друзья, стартапы бывают разные, бывают такие добрые, хорошие, простые, очевидные. Просто, к примеру, вот данный проект размещен на нашей площадке. На текущий этап необходимо порядка 1,5 миллиона инвестиций. Нас здесь сейчас примерно 300 человек. Это значит по 5000 рублей, если каждый из вас прямо сейчас с телефона перечислит сюда, он будет совладельцем и партнером, уважаемая Екатерина. То есть вы будете причастны... Я обязательно перечислю. К изменению частичек мира. А давайте мы как раз и посмотрим. Стартап шоу еще где-то час точно идти будет. Давайте прямо сейчас, социально там и другие ответственные люди, можно будет спустя час включить этот экран и посмотреть, сколько денег, прям по факту, было перечислено на того, чтобы этот бизнес открылся. И более того, вы станете участниками в прибыли данного бизнеса, который, ну, правило... руководитель проекта определил. Поэтому давайте еще раз похлопаем и инвестируем, то есть площадка Simax. Помимо этого проекта у нас есть второй претендент названия лучшего стартапера года. Значит, я приглашаю сюда разработчика, участника команды Евгений Дуйнов. Пожалуйста, вам привет. Да, давайте, Жень, давай ты сначала покажешь, а потом поговорим. Ребят, вот этой установки нет нигде в мире, кроме этой сцены. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Расходись, народ. Для тех, для кого английский язык является родным, Дуйнов, это не был вопрос. Сейчас вы видите работу данного колеса. Такая скорость соответствует скорости велосипеда 250 км в час. Причем она работает от электричества. Да, он работает от электричества. Здесь находится аккумулятор, сам мотор, можете наблюдать в колесе, он весь открыт, все его устройство можете видеть здесь. И как долго он может ехать без подзарядки? Это все зависит от аккумулятора. На данном аккумуляторе в неспешном темпе можно проехать 50-70 км. А зачем такое колесо? Такое колесо? Как вам объяснить? Если он может ехать от аккумулятора. Зачем такое колесо? Это двигатель. В колесе находится электрический двигатель мощностью 20 кВт, примерно 35 лошадиных сил, при массе мотора всего 17 кг, всего заднего колеса в сборе. Друзья, позвольте, помогу Жене. Вот сейчас он один раз газанул, а все остальное время это колесо просто крутится. Это крутится по инерции. Все китайские электродвигатели, они с магнитами. И ты либо газуешь, тратишь энергию, либо отпускаешь, они останавливаются. Оно крутится, да, если вы видите? Да, также можно нажать на рекуперативный тормоз, и энергия вашего движения возвращается назад в батарею, что позволяет вам проехать на одном заряде еще больше. Еще раз газани, чтобы вы понимали, что происходит. Вот, можете наблюдать динамику. Вот сейчас он постоянно газует. Вот я газ отпустил, колесо вращается. На данном колесе велосипед вполне свободно держится в потоке машин. Мы развиваем скорость 80 км в час, разрешенную в городе. Правда, по факту данная конфигурация является мотоциклом по правилам дорожного движения. Следовательно, желательно иметь опыт управления и права категории А.
Друзья, кто понимает, что такое 20 киловатт просто из сидящих здесь? Я! Это примерно 35 лошадей. Двигатель с текущей, который выдают 20 киловатт, они весят примерно 90 килограмм и размером вот такие. И лучше нету. А этот 17 килограмм вместе с колесом. Вот такой вот маленький, плоский. Да, и это полностью разработано в России. Проведены уже какие-то испытания, да, если это? Испытания в Германии сейчас проводятся на стендах. Вот двигатель может полностью производиться в Российской Федерации, потому как не содержит никаких деталей, которые бы не могли быть. А есть патенты? Патенты есть? Да, патенты есть. Патент Российской Федерации на изобретение. А в Европе, в Штатах подано? В Европе, в Штатах пока нет. А на что патент? В чем уникальность? Уникальность в том, что здесь применены наши обмотки. Есть двигатели, которые соединяются в звезду, есть треугольник. Вот наш соединяется из звезды в треугольник. Что позволяет мощности. Да, больше утильная мощность, больше КПД, соответственно, больше пробег. Сам по себе асинхронный двигатель очень простой, дешевый в изготовлении, надежный, не боится ни грязи, ни каких-либо внешних воздействий. По цене с китайскими, как сопоставить? По цене... Это дайте, можно я? А вот теперь вопрос, давайте небольшое голосование, интригу. Как вы думаете, сколько стоит, ну о себестоимости говорим, сколько стоит это мотор-колесо? Давайте... 120 тысяч. Еще варианты. 10 тысяч долларов. Рублей. Дальше, еще варианты. 90. Еще давайте, кто ближе, тому мы приз подарим. 50. Сколько? 50. Еще. 120. 120 было. 5000. Не скажу. Кстати, вообще не скажем, сколько стоит. Но, тот, кто заинтересовался, и тот, кто действительно может как-то повлиять на распространение от колеса, внедрение. Может подойти и спросить. Ответ есть. Среди названных он есть. И он положительный. Ну, относительно. Жень, еще есть что сказать? Да, ребят, здесь вот мне просто подсказывают, здесь нет магнитов. Это принципиальная вообще вещь. Редкоземельные магниты, не один мой, производит только Китай. То есть мы зависимы. Здесь только медь. Производит он сейчас в недостаточном количестве. Соответственно, есть большая ниша на рынке, которую нечем занять. Да. Друзья, ну вот я тут чуть-чуть ошибся в презентации. Это большой проект, сюда нужны большие инвестиции, но он работает, он ездит, он оттестирован. Нужно просто строить производственные линии и запускать это в серии. Это то импортозамещение, о котором вот все много и громко говорят. Ну что, поаплодируем тогда Евгению. Друзья, сейчас я заторможу. То есть наш стартап, наша молодая компания занимается тем, что выискивает либо инновации вот такие серьезные, либо действующие бизнесы, которым нужны инвестиции. По сути, это некий мини-банк такой в формате, где люди сами ищут, кому дать денег. Наша команда, нас уже много, мы тут недавно на корпоративе пересчитались, нас 23 человека. Мы работаем с августа этого года всего лишь, то есть 4 месяца. Это наш сайт. И что нужно нам? Но если кто-то хочет нам дать денег, мы за. То есть мы растем, мы ни в чем не нуждаемся, по сути, но если у нас будут деньги, мы будем расти быстрее. Ну, это логично. Если кто-то хочет дать деньги стартапам, располагающимся у них, мы за. Поэтому welcome. Если у кого-то есть проекты для размещения, мы за. Поэтому мы такая вот хорошая компания, которая дает деньги и инвесторам, и проектам, ну и себе берет. Поэтому присоединяйтесь, мы будем рады всем. Всем спасибо. По-моему, отличный проект вообще. Очень хороший. Я очень рада, что мы здесь все с вами собрались. Это единение, это радость. И новое, стартап – это новое. Я желаю всем успехов. В новом году. Спасибо, друзья. Девушки, вы не прыгайте сюда, выходите. Я вам всем дам ручку. Красивые девушки, стартап-шоу. Я уверен, что сейчас все остальные красивые люди стартап-шоу находятся в зале. Просто мужчины не дают пройти. Мне кажется, это лучше, чем селфи. Давайте смотреть на них и просто медитировать. Вот так вот. Вот, знаете, можно смотреть, как человек работает, да?
как человек что-то там еще делает, и вот на девушек. Вася, вот именно сейчас твои соцсети взорвутся. Понимаешь? Да? Вот эта мечта твоя сбудется. Ты знаешь, у меня телефон будет миллион последователей. Да. И все будут говорить, о да. И все будут говорить в формате Black Tiger, все эти вот бриллианты, смокинги. Девушки, спасибо большое.